Бледноват, кажется, да? Или нет? Это сейчас от седозина может быть. Ну может быть. Там давление упало. Смотрю, ползет. Случайно совершенно увидела. Слушай, ну такая гниль, ужас. Сустав надо, наверное, снимочек будет делать. Так, а этот с этим вроде проще, да? Блин, бедный. Но он еще убегал. А ну переверни, Серёг, на ту сторону. Ужас, как мне загнило. Только ссадины, может быть, максимум еще перелом вот здесь вот пальцев. Это не сильно страшно. Вот что страшно. Но он лапу чувствует, то есть ее можно спасти. Ну да, теплая лапка. Ну, вот я надавлю, больно ему становится, он подгибает. А ты умеешь такое делать, Серега? Смотря что с суставом. Перелом ставит, конечно, это легко. Если там разорваны связки или сам сустав уже нарушен. Слушай, а дышит так от седока, наверное, да? Возможно. Шок. А? Шок. Ага, бедолага.